Дорогие участники конференции, гости, поянбековцы, очень приятно осознавать, что вот еще буквально вчера мы открывали первую конференцию «Молодежь техника космос». Тогда я был деканом факультета ракетно-космической техники, и в наш традиционный праздник, День космонавтики, мы решили создать это направление. Но буквально уже на следующий год конференция начала обретать несколько другие формы. Подсоединились другие факультеты, появились новые научные направления. И теперешний облик конференции это можно сформулировать тремя позициями. Первое – широкая география. То есть мы приглашаем для участия в конференции молодых специалистов, студентов, аспирантов со всей России. И сегодня присутствуют участники из Красноярска, Самары, Казани, военных училищ. Второе направление – это интеграция военного и гражданского образования, подготовки кадров, что свойственно военмеху. У нас есть достойные представители, мы всегда очень с удовольствием ждем докладов от военных академий, как Санкт-Петербурга, так и тоже из Москвы и других регионов России. Третья позиция – это формат школа-вуз-предприятие. У нас представлены доклады с довузовской подготовки и с университетской среды, и очень много докладов, что радует, это представители передовых предприятий, высокотехнологичных отраслей, в первую очередь оборонно-промышленного комплекса. Конференции 10 лет. Приятно, что она не умерла, как иногда бывает с некоторыми мероприятиями. Она активно развивается год от года и приняла теперешний облик. За этот 10-летний период нами ежегодно публиковались сборники трудов. Всего опубликовано более 550 статей участников конференции. Это порядка 300 печатных листов изданной продукции, которые востребованы и используются как в научной деятельности молодежи, ну и даже взрослых, но и в образовательном процессе. Я очень благодарен группе активистов, которые создали вот в течение 10 лет этот формат конференции. Что хочется пожелать? Ну, говорят, в споре рождается истина. Поэтому интересных дискуссий, обмена мнений, кооперации на благо решения важных проблем, на благо России. Спасибо за внимание.